История студенческой весны берет свое начало более 20 лет назад. Миллионы студентов по всей России ежегодно соревнуются во многих творческих направлениях. У каждого студента есть свой ритуал, свои приметы на удачу. Но до сих пор никто не знает ответа на вопрос, как выиграть студенческую весну. Итак, уважаемые, впереди российская студенческая весна. Нужно быть максимально готовыми. Что мы знаем о студенческой весне? Ну вот, например, парни вместо того, чтобы ходить на пары, ходят на репетиции. А их знаешь, что потом? Ну? Берут и отчисляют, и они идут в армию! Студенческая весна – лучший поставщик молодых людей для вооруженных сил Российской Федерации! Отлично, теперь мы готовы побеждать, потому что у нас здесь вообще все переигрывающие здесь. Да, мы здесь, суточки. Недоигрывающие. Бог с нами. Бог с нами. Бог с нами. Бог с нами. Walk for me, 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 walk